подходит. Сегодня его... Прямо тут, на сцене. Есть, ну что, у тебя сегодня юбилей, Валер? Медалями звеня. Ну-ка, давай поближе. А теперь, а тут же на ваши глаза. Вручай. А все похлопают, так или нет? Юбилей же двигается. Так или нет? Настоящему офицеру, полковнику, вручается кортик от друзей. От друзей, офицерский кортик, ребята. Аплодисменты. Гогия, Гогия, Амарчоба, Гогия. Не, вот сейчас, будьте добры, танец возникает или нет? Будьте добры, можно вот чуть-чуть загаснуть? Вы обратили внимание или нет, что самый шикарный джазовый музыкант отдал мне гитару, чтобы я что-нибудь из нее извлек? Сашу, чуть потише сделай, пожалуйста, я тебя прошу. И вот теперь, граф Монастырев, будьте добры, где вы? Давай, время, ну... Афганским чарзом косячок забью. Там, минай,
Там, за горами, там, за горами, я передаю инструмент польному музыканту. Вот я просто погулять вышел. Юрий Стрельцов, Александр Минаев. А сейчас играет настоящий музыкант. Ах ты гад, ах ты сволочь, а? Шел поет. Вы слышите, нет? Минаев, ты меня? Вот бы баночку, баночку, манифинечка, да ты шо? Да кваску баночку принесла ты в передничке, да кваску после баночку принесла ты в передничке, а забор, что у банечки позаросший малиною, а забор, что у банечки от заката малиновый, да ты шо? А забор, что у банечки, не верю, от заката малиновый. Вдалеке перелесочек, еле поле касается. Врёшь? Мне бы в том перелесочке во грехах да покаяться. Минай. Мне бы в том перелесочке, эх, во грехах да покаяться. Звонить в дом тученьки. Кого? Ночью вместе с зорницею настежь ставни скрипучие распахнуть и умыться бы. Настежь ставни скрипучие распахнуть и умыться бы. Не сказать, как мечтается, даже пробовать нечего. Ах, да что за красавица наша баня у реченьки. Ах, да что за красавица наша баня у реченьки. Тихо! Мне в банечку, в банечку, в бане венечком, венечком. Так воску после баночку принесла ты в передничке. Воску после баночку принесла ты в передничке. И Александр Минаев и Юрий Стрельцов. Поздравляю. Поздравляю.